Внимание! В городе орудуют мошенники. Две женщины гарантируют доверчивым горожанам избавление от всех болезней. Правда, гонорар за услуги требуют немаленький. Последняя жертва обмана отдала злоумышленницам 70 тысяч рублей. По словам полицейских, они разыгрывают настоящий спектакль. Одна из них останавливает на улице женщину, как правило, пожилого возраста, и спрашивает дорогу до аптеки или магазина. В это время к ним подбегает ее подельница и начинает благодарить за якобы чудесное исцеление от хворей. В итоге прохожая тоже желает воспользоваться сомнительными услугами. Потерпевшую просят принести все деньги из дома и фотографию. Там необходимые процедуры, потом как порвать фотографию, обязательно за домом. При этом деньги остаются у подозреваемых. Пока женщина ходит рвать фотографию, соответственно, преступницы скрываются. То есть, поэтому нужно обратить внимание родственникам, прежде всего, поговорить со своими матерями, бабушками, чтобы не верили в такие чудеса исцеления и не вступали в контакт с этими людьми. Одной из подозреваемых на вид 60 лет. У нее среднее телосложение, европейский тип лица. Рост примерно 1,60 м. Одета в шубу из искусственного меха светло-желтого цвета и серую вязаную шапку. Второй примерно 30 лет. Худощавого телосложения, рост примерно 1,70 м. Носит одежду черного цвета.